Привет всем, наконец-то мы все-таки дождались матча, просто жесть, сколько времени уже прошло, сколько можно, все-таки у нас все в порядке теперь, и да, Hellraisers, Flipside, Best of 3 играется, пики я вам попозже чуть скажу, тут вообще какие-то непонятки, о, окей, на ножах, Маркелов чуть в спину не зашел Ашером, но Ашеры предвидели это, предвидели такой поворот. И так, что же будет? Кто же начнет все-таки за КТ? Первая карта, как мы видим, оверпас. Я не знаю, чей это пик. По идее, это пик Hellraisers, потому что они пикали эту карту против кого-то на другой лиге. Вот буквально пару дней назад. Не помню, с кем они играли. По-моему, с Титанами, собственно. Вот, могу ошибаться сейчас. Так, и секундочку еще. Секундочку. Придется немножечко потерпеть. Так. У меня чуть-чуть пролагал ОБС, и у меня удалилась сцена с КС. Вот, теперь все ок, и... Так. Печаль, беда, надо худ поставить еще. Вот так вот. Восстание машин было вчера, и оно продолжилось сегодня. Вчера вообще какая-то беда, печаль была. Вчера не работало ничего. Ни музыка не работала, ни это... Таймер на стриме не работал, ничего не работало. Надеюсь, что сейчас все будет нормально после вот этого. И мы продолжаем смотреть. Hellraisers начинает за защиту на карте. Оверпас и кучер вместе с Адраном смотрит Апленд. И на хелпе еще Моу у Адрана. Бомба, как мы видим, стягивается уже обратно. И вот Адрон может сейчас зачекать бомбу, будет опасно, но нет, Адрон уходит после того, как с бондиком пострелялся. И бомба-то идет в сторону Апленда. А тут такое укрепление, ангел вот на быстрой перетяжке, и, собственно, по сути, один человек смотрит Бэпленд. Проверяю я еще раз, все ли хорошо. Да, все хорошо, Скайнет дает о себе знать. Вот я то же самое сказал вчера. Как раз выходит фильм «Терминатор». Ну да, у нас восстание машин. Ну и тут пока что затишье. 40 секунд остается до конца. Надо уже потихонечку начинать все убегать. Плент и Блейд делают первый минус. Минус Моу. Ставится бомба с Маки. И кучер красный уже Адрон отвечает по бондику. Нашивает еще смок Ангел. Чуть не убил там кого-то. Маркелов красный, Ангел 2 минуса делает, Симпл минус Адрон, красный Марик погибает и World Edit. Один против троих, красного оставляет Кучера, но нет, Ангел 4 минуса в этом раунде, первый раунд за Hellraisers. За защиту начали Hellraisers и уже повели. Hellraisers забанили Мираж, Флипсайд минус Даст 2, Hellraisers пикнули Оверпас, Флипсайд пикнули Кобу и... а третья карта. Третья Инферно. Вот такая вот инфа. Сегодня какие-то проблемы были с сервером сначала, потом с GoTV, и, собственно, приходилось все переделывать. Но ничего, разобрались, все в порядке теперь. И кучер запушил уже туалеты. Война под Бэплентом. Блейд получает минус 60 и Симпл тоже минус по УХП. Блейда подсаживают. Вернее, Блейд подсаживает тиммейта. И вот так вот сразу же отлетает. Минус от Адрона. Нашивает смок на Зиге. И Блейд перетягивается. А там уже ждет кто-то из Hellraisers. Это Доси. Но вот Доси сидит достаточно закрыто. И Блейд сейчас может пойти в ловушку. Блейд сейчас зачекает Доси. Но нет, Доси... Дося все держит под контролем. Кривая флешка от тиммейта прям в лицо Ангелу. Вот если бы под эту флешку открылись флипсайд, то могли бы сделать халявный минус. Моу, минус World Edit, Маркелов на лестницах, и Дося его зачекал с Зига. Симпл ждет, и это такая подстава. Но Дося сразу же понял, сразу же раскусил план флипсайд. Флипсайд не сделали ни минуса. Кучер 2 хп, Адрон 22 и 2-0. Комментатор, напомни, пожалуйста, кто выиграл первую карту. Это первая карта, ты ничего не пропустил. 50 минут практически мы ждали начала игры, и вот наконец-таки дождались. Давайте я, наверное, поставлю счет еще сверху, потому что
Будет очень много вопросов сейчас, я почти уверен, по поводу счета. Потому что уж больно много времени прошло, и у нас все еще первая карта. Ну, то есть она не все еще, она только началась. Все готово, все в порядке. Ангел чекает открытие с лестницы. Маркелов как раз там, и ангел видел стрельбу, понял, что там никого нету на воде, и Моу зачекал длину. Так, кучера надо бы включить, но кучер разменялся. Симпл сейчас может заметить Адрана, если пойдет дальше. Моу стягивается обратно на плент. Адран сейчас слышал Симпла, и Симпл пойдет или нет? Укрепление уже на апленте, один только Дося на Б. И втроем будут принимать апленту. А это ловушка. Симпл делает два шикарных минуса, два хедшота. Сразу же стягивается Дося, но... У Симпл своего убил. Как только увидел хедшот от Адрана, минус Маркелов Адран сделал, и Симпл сразу же выстрелил своего. Не поверил своим глазам, убил тиммейта. Вся работа на смарку, и ситуация 2 в 2. О бомбе все известно. World Edit убивает Досю, и об Адране знает команда Flipside. Красным оставляет World Edit, 17 хп у Симпла, и проблемы большие. Адран может сейчас взять раунд. 1 на 1 остался, бомбу поставил. У Симпла есть хаешка, но эта хаешка вряд ли ему поможет. Хаешка улетает прям под ноги себе же. Чуть себя не взорвал, и Адран... Адран не понял, видимо, что ушел Симпл, не поверил, по крайней мере. Думает, что все еще в пленте находится Александр, но Симпл стянулся на хелпу на банк, а Адран просто дождался его. Перемансовал, подобрал киты и взял раунд. Просто нереальный раунд, Симпл вроде бы сделал минус 2, красивые минуса были, но Симпл сам всю команду и загубил, сделав минус по своему тиммейту. И, кстати, я смотрел буквально часть... матча предыдущего, там Flipside играли, вот если не ошибаюсь, с кингвинами. И там на карте The Mirage World Edit убил Маркелова с АВП в хедшот. Так что да, бывает. Уже второй раз подряд они минусуют своих тиммейтов. И там тоже был open фраг от World Edit, и World Edit сам же убил тиммейта. А тут вот у Simple такая же проблема теперь. Можно просто хайлайты пилить с сегодняшнего дня Flipside'ом. И уже приходится играть такой полубай раунд, потому что 3 Галила, плохо с раскидкой и один тег. На калаш хватило только одному человеку команды Flipside, и его дропнули Симплу. А у Моу тем временем АВП, Моу чувствует себя вполне комфортно, как всегда стоит на длине. И опять укрепление апплента. Заметьте, как читают хорошо своих оппонентов Hellraisers. А неужели Дося просто слышит? Да, Дося слышал, Дося дал инфу, ангел выше убил, вот и все. Hellraisers, вот это такая нашифровочка интересная. Я не слышал, не видел, вернее, еще ни разу, чтобы какая-либо команда вот так четко слушала верхнюю точку снизу. Тут пока что размен, но Марик ставит бомбу. Симпл, хороший хедшот, еще один минус от Симпла, 2 в 2, ситуация опять, главное не убить тиммейта. Он это понимает, поэтому он ходит назад, Моу минус Маркелов, и Симпл разыгрывает раунд, минус 5 от Симпла, эйс дал. Ну, что сказать, еще и авик сохранил, 3-1. Отличная работа от Симпла, затащил раунд, и теперь будут деньги на вполне комфортный бай. 2 недели назад Марик убил Симпла, не помню матч, и он... дисконнектнулся. Бывает. Бывает. Да, Симпл, конечно, раздал. Дося на Б-планте вместе с Ангелом на сей раз. И Ангел пушит в воду. Дося приходит на хелпу своему тиммейту. И Симпл все это может спалить. Симплу на самом деле стоит поаккуратнее играть. Дося сейчас... с ангелом может на пару забрать Симпла, и Симпл просто погибает от двух патронов ангела. Забирается АК, как я понимаю, но надо подобрать девайс-то. Да, ангел идет за девайсом, никого не слышит рядом, и Дося чекает поджим с двери. Уходит тиммейт, и Дося сейчас тоже просто вернется на плент. Правильное решение, кучер тем временем
Запушил туалет и погибает от Блейда, но при этом Блейд остается красным. 18 хп у Блейда, 4 в 4 ситуация. Адран также по хп, World Edit 47 и у World Edit снайперская винтовка. Он отыгрывает на длине и сейчас может подловить Моу. Моу зачекал своего оппонента и просто не лезет. Или не зачекал. Дося погибает. Хедшот от World Edit со снайперской винтовки и Моу. Размен. 2 в 2. Открывается также бомба. Потеряли бомбу. И вот теперь проблема. У World Edit о нем известно. Бомбы на руках нет. 14 секунд и надо пушить. Единственное, что остается, это просто убить двух человек. Моу стоит притык и минус от Моу. 4-1. Пока что 4-1. Джон-то, кстати, сидит на сервере. И контролит перемещение своих подопечных. Шагов не слышно. Это вот GoTV претензии. Я это изменить не могу. Я могу, конечно, реконнектнуться сейчас, но я сомневаюсь, что это пофиксится. Такой баг не фиксится на самом деле. Ну, не часто он фиксится. Давайте попробуем. Да, видишь, все точно так же. Тут пока что эко-раунд и Моу промахивается уже с авика на длине. Замечает его World Edit. World Edit может сейчас задавить. World Edit хороший хедшот, но девайс подобрать не дадут. Уже вдвоем контролят девайс Hellraisers. И все пошли на длину за девайсом. Адрана остается красным. Хороший хедшот. Еще один от World Edit. Чуть не убили сейчас Адрана спину. Также попали по кучеру. Что за жесть творится? 3 в 3 ситуация. Еще и красный Адран. Девайсы уже намутили себе флипсайт. Осталось только подобрать их. Дося запушил сзади и симпл. Ну, не хватило патронов просто. Дося красный, Адран красный. Вот, ну, буквально чуть-чуть добежать до девайса, подобрать их, и был бы раунд на самом деле. 5-1. Хороший эко-раунд. Чей пик? По пикам сейчас вам скажу. Флипсайт взяли Кобу, а Hellraiser взяли Overpass. Третья карта Инферно. Ангел чекает прыжки болото, но никто не выходит. Моу тем временем минус симпл. Моу может сделать еще один фраг. Маркелов выходит, дает молотов и отошел назад Моу. Маркелов пытается все-таки контролить поджим, но против снайпера это делать опасно. Еще чуть-чуть высунется и может погибнуть. Бондик минус кучер. На планте на сей раз один Адран остался, и Досик приходит на хаупу. Моу также стягивается, потому что Ангел запушил болото. Флипсайд идут в сторону апланта, и там опять укрепление. 4-4 ситуация, но при этом 3 игрока у Hellraisers на апланте. У Моу снайперская винтовка, можно быстро задавить, но Моу вряд ли даст себя в обиду. World Edit уже за смоками и зачекает ли Моу? Нет, прыжки вроде никого не заметил. Начинается атака, World Edit уже погибает, смок развеялся и ставится бомба, просто смок. Дося минус Блейд, бомба поставлена, Бондик и Маркелов вдвоем против четверых. Маркелов остается 1-4. И Маркелов стреляется с Доси, уже 27 хп, и можно просто отойти и засейвить девайс. Но Ангел, который все это время шел в спину, все-таки вовремя зашел, забрал Маркелова, и тут без шансов. 5-1. Симпл, проснись, пишут в чате. Килла, привет, только присоединился, как у тебя дела? Понимаешь, в чем проблема? Мы ждали матча 50 минут. И при этом еще до того, как стрим начался, еще до этого были все, по идее, готовы. Скажи ViewModel. ViewModel и весь конфиг у меня в паблике. Просто качаешь конфиг, смотришь, я на самом деле, по-моему, ничего не менял. По-моему, дефолтный абсолютно ViewModel. Чекает Ангел болото, зачекал. У Flipside, кстати, бай, хватило денег, но World Edit без девайса. Нашивает Ангел, чуть-чуть попали, минус 7 хп, не страшно. Бондик минус Дотя, а вот это уже проблемно. Ангел ответил, Адрен на хлп. И стянулся Моу.
Мол, промахивается, но надо давать минус. Адран, минус Блейд, Борлды, Дипенс Ангел. Отлетает также Кучер, Плунти, Адран. И 2 в 3. Минус от Моу, у Симпла зажал Адран, не попал. Маркелов разменял, ну как же так, Моу отдал своего тиммейта. Моу 1-2 со снайперской винтовкой. И Симпл каким-то чудом просто, я не знаю, как он так сел, перестрелял своего оппонента. То ли прострелами стрелял, то ли там в какой-то пиксель нашел Моу, но Моу даже не заметил, откуда стреляет. 6-2. Второй раунд в атаке взяли флипсайды. World Edit идет в сторону длины. Моу тем временем уже сделает минус Simple. А где? Где Моу? Моу играет на планте. Так. Найти бы трупец Симпла. Ладно, не найдем. Обычно Моу, заметь, играет на длине. И тут он в начале раунда решил пойти на А, сделал open фраг и перетянулся обратно на Б. Бондик ответил по Адрану. И что-то у нас автодиректор как-то не работает. Показывает нам Моу, хотя экшен-то на самом деле у Кучера намечается. Кучер находит Бондика, минус от Кучера. Тьфу, господи. Доси стягивается. Думаю, что развернутся флипсайды, но флипсайды идут прямо в точку А. Кучер принимает еще одного, минус Блейд и World Edit красный, но 2 в 4 играть это такое. Почему не сейвит девайсы, непонятно. Денег мало, стоит вроде как засейвить, но World Edit 1 в 4 пошел, минус, ну, одного Кучера. Это, конечно, ударяет по экономике Hellraisers, но вот этот минус один девайс это не такая большая проблема для ашеров, это скорее проблема для флипсайд. Сейчас могли бы с двумя девайсами играть. Особенно если было бы АВП, можно было бы сделать Open, а потом мог бы подобрать его World Edit, если бы Simple играл с Авиком. Или наоборот. Кучер запушил, стянулся чуть ближе к планту и нашел Маркела. Марик попадает, минус 60 хп у Кучера. Кучер делает фраг, перезаряжается. Вот Simple может услышать перезарядку, но, по-моему, Simple ничего не слышал. Моу, минус World Edit и Кучер. Simple вышел в дым, просто дал минус Бондик. Заметил Ангела и Бондик 1-4. Надо делать минус. Бондик промахивается и Ангел добивает его 8-2. 8-2, 3 минуса от Моу со снайперской винтовки. И бай от Flipside. Почему долго не было матча? Потому что сначала были проблемы с сервером, потом проблемы с GoTV, но вроде как все пофиксили, и в общем, как-то так. Как-то так. Ангел дефолтный, молотов в воду, и Маркелов опять без девайса. Доси прострелил Симпл немного, минус 25 хп. Заметьте, что он посмотрел, куда ложатся пули. То есть он увидел, что пули попадают вот так. Примерно прикинул угол, с которого стрелял Доси. И после этого попал немножечко по Михаилу Столярову. Но это мало чем поможет флипсайдам. Адрен с Кучером пушат туалеты. Маркелла заметили и просто уходят. Инфа теперь какая-никакая появляется у Hellraisers, и у них опять небольшое укрепление апланта. Втроем на апланте. Видимо, какую-то подсадку сейчас хотели. Нет, нет, не подсадка. Стягивается Доси также, ну и теперь это 4А. Раскидка пошла от флипсайд, мол, ничего не может сделать, все в дымах, ничего не видно. Пытается World Edit прострелить через дым. Адран минус Блейд. Адран видел еще плентера, но при этом бомба-то не ставится. Адран рано начал нашивать, сейчас мог бы убить Бондика. Начинает шить. Симпл минус, Маркелов минус. Адран отвечает и 3 в 3. 3 в 3, бомба стоит, но
АВП у Моу и будет проблемно выбивать. World Edit минус Моу. Маркелов чекает спину, но в спине никого нету. На сей раз кучер погибает и 1-3 остается Адрон. Адрон делает минус и синхронный выпад был сейчас от Симпла и World Edit. Симпл делает минус и берет снайперскую винтовку. 8-3. Тап вам показываю. 2-1-9 статистика Маркелова и 2-4-11 статистика Блейда. Опять у нас абсолютно бесшумные люди на сервере, никто не топает. И Маркелов, интересный прострел. А сюда вообще что-нибудь залетает, потому что, ну, пульс обратной стороны нету просто. Нет, это не прострел, наверное, это он так прифайрил, но как-то он странно стоял, если бы он прифайрил, логично было бы просто открываться из угла, делать выстрел и уходить обратно. Я знаю, что в начале, когда только сделали карту оверпас, можно было наоборот прошить Савика вот, вот так вот шить. Но это сразу же пофиксили буквально в следующем апдейте. Думал, мало ли что. Нет, нет, Valve ничего такого не добавили. Больше Доси 7 хп, 3 в 5 ситуация. Ставится бомба и ангел за смоком. Минус от ангела и большие проблемы уже у флипсайд. 2 в 5, Блейд делает минус по кучеру. Доси все еще красный, но Доси надо добить. Моу размен. Ну и берут раунд Hellraisers. Правда, что у Бондика сегодня день рождения. Вчера был день рождения. Было. Какой счет по картам? 0-0. Сильверов интереснее смотреть. Такой медленный КС. На самом деле, медленный КС, знаешь, от кого залетает? От Mall Sports. Вот там правда медленный КС. На Mall Sports смотреть это... действительно невероятная боль. Все, поняли, Hellraisers, кому стоит давать дроп. Закупились, ну и... эко-раунд от флипсайд. Купили диглы, всякие пистолеты. Дигл от World Edit пошел на длину. Блейд минус Моу, перестреляли снайпера, вот это жестко. Кучер пошел контролить девайс, взрывает Адрон Бондика. Еще одна граната пошла. Не точно, и Симпл пытался с подсадки делать минус, Адрон погибает, и 2 в 3. Надо бы подобрать девайс, чем займется Блейд, и дропает тиммейту. Кучер минус Блейд, и Симпл уйдет на сейф или нет? Симпл пушит, но зря. Кучер попадает, Кучеру надо немного добить просто одной пулей. Еле-еле Кучер справился, на самом деле дал дважды выстрелить Симплу. Это... я считаю, это ошибкой на самом деле. Надо как-то побыстрее добивать авапера, потому что один ноускоуп какой-нибудь залетает по кучеру, и 1 в 2 уже вполне можно затащить. 10-3. Там отсутствие броника не так сказывается на снайпере, как на ком-нибудь с М4 или калашом, ну или каким-нибудь другим автоматом. А вот у снайпера отсутствие броника, ну... не так страшно, ты все равно делаешь выстрел, и либо ты убил, либо ты умер сам, по сути. Как из дигла, кстати. Так что если вы делаете какой-то соревной раунд, то на самом деле, если вы покупаете дигу, то не стоит покупать броник. По крайней мере, так многие игроки считают. И вот в частности, если вы посмотрите на Cloud9, которые играли с Envy буквально только что, они никогда не брали броню с диглами. Как и CUG. Блейд минус кучер, World Edit убил Адрона, и 3 в 5 уже ситуация. Маркелов минус ангел. Моу один на планте. Моу контролит проход, но у него скоуп-то ограниченный вид дает. Он видит только этот проход, а вот отсюда он никого не видит. Тем не менее, Моу делает фраг. Моу еще один минус, Доси минус Бондик, и проблема уже у флипсайд. Бомба упала, ну как так? Была ситуация 2 в 5, и только что вот... было невероятное преимущество, уже проигрывает, по сути, по ситуации флипсайд. Прочекаю спину сейчас Дося и смотрит с банка. Дося, ну как не вышел на размен? World Edit, 6 хп.
Взяли раунд флипсайд, на соплях вытянули, и последний раунд первой половины. Плохой закуп будет у HellRaisers. Один Навик, скауты, ФАМАС. И что купит Дося? ЮМПУ Дося. Вот такой замечательный закуп у HellRaisers, и с ним попытаются взять 11-й раунд себе в копилку. Ангел сразу запушил, не попал по пробегающему игроку. Выходит еще раз, на острие опять промазал, но тут уже флешка вовремя влетела. Маркелов по минус кучер. Ну и пока что холд небольшой, ангел идет вперед. Минус по бондику, и мог за это поплатиться, но Маркелов очень не вовремя ушел. Хороший тайминг словил сейчас капитан команды HellRaisers. Знает о том, что в туалетах есть еще один игрок, и ангел, ну, немного не хватило, чтобы нажать левую кнопку мыши, блэйд минус ангел. Моу вместе с Адраном на планте, Адран с СЗ-шкой, и Моу в прыжке пытается через ящик кого-то убить. Адран остается один, пытается нашить бомб кэрри, попадает, причем нехило так дамага вписал, но не убил. Симпл минус, но и Дося 1 в 4 остается, о нем неизвестно. Дося делает минус, и Симпл просто выходит в спину. 10-5. Так, давайте почитаю пока что чат, пока у нас смена сторон. Кило, кто сильнее на этой карте, КТ или Т? Запомни, в КС на всех картах сильнее КТ. Только на Дасте 49 на 51, ну там даже с какими-то десятыми процента. Так что... Я не считаю даст карты и террористов. Это абсолютно 50 на 50. Это первая карта? Да, это первая карта. Кто выиграл Cobblestone? Cobblestone еще не играли. Где прицел взять? В группе. В группе ВКонтакте есть абсолютно все. Конфиг, прицел, инфа по стримам и так далее. Тем временем начинает второй пистолетный раунд, показываю вам статистику. И статистика, в принципе, не такая плохая. Никто особо прям так уж не проседает у HellRaisers, а вот у Flipside 5 на 15 идет бондик и 4 на 11 маркелов. Опять у нас бесшумные люди на GoTV, ангел фейкует, хороший минус от ангела, тем временем атака уже... На другом планте на А ставится бомба, бондик один на А, стянул всех ангел, бондик делает минус по Адрану, погибает Дося. Уже прошел вниз вместе с кучером, кучер два фрага делает, и Симпл один против четверых. Симпл стреляется, делает фраг по кучеру, Дося должен выходить на отстрел. И Дося не смог перестрелять Симпл, как так Симпл сделал минус, мог сейчас затащить, но не попал по Моу. Не смог заимить в голову впритык к стоящему игроку. 11-5. На самом деле, на секунду показалось, что Симпл возьмет этот раунд. Да, как один человек стянул всех на себя на Б-планте. Это было как-то достаточно странно наблюдать. Он там достаточно долго в зиге стоял, это был ангел, если мне не изменяет память. И стянул абсолютно всю защиту. Один бондик только остался на верхнем планте. Симпл за деревом, и вот его могут не зачекать, если аккуратно сыграть Симпл, но запалили все-таки. Кучер заметил дуло Симпла, как я понял. Юсп длинный, поэтому его там видно. А вот если сидеть как-нибудь по 250, то вполне можно остаться незамеченным, если сильно постараться. Блейд минус Дося, кто-то там еще упал. Ангел это был, минус 8 хп. И куда пойдут HellRaisers? Понимает, что опасно вот так вот просто ломиться. Фармган у Блейда в руках, но он погиб. Заметьте, что никакого дамага Блейд Фармгана не нанес. Автодиректор показывает нам Ангела. И Ангел идет в сторону Б. Маркелов уходит, чуть два минуса не сделал, минус 50 по кучеру еще попал. Разменял ангелу и 3 в 2. Фармган у бондика в руках, а World Edit все известно, бондик делает минус по кучеру и
Ангел синхронно со своим тиммейтом, с Адраном, делает по минусу. 12-5 становится счет. Так, и опять вопрос, с кем прицел в чате? Прицел в группе лежит. vk.com/killa_fun. Там вся инфа, там стримы матчмейкинга, там прицел, конфиг и так далее. Какие наушники купить? Наушники покупаю из SteelSeries. Вот у нас спонсор замечательный SteelSeries этого чемпионата. И из-за него только мы смотрим вместе с GDA этот матч HellRaisers против Flipside. Честно, очень интересно, кто выйдет победителем этой пары. Если в результатах встреч Na'Vi, HellRaisers и Na'Vi, Flipside все вполне очевидно, там Na'Vi на самом деле в диком преимуществе, то вот HellRaisers, Flipside, ну не знаю, не знаю. Все-таки HellRaisers выглядит чуть посильнее, но, знаете, на кураже Flipside могут затащить. И все, конечно, еще зависит от пиков. Если пик будет удобный Flipside, то они могут вытащить. Вот, кстати, что я неоднократно отмечал у HellRaisers, это то, что Ашер играют почти на всех картах. Там почти нет нелюбимых карт. Поэтому непонятно, что они будут пикать. Сейчас уже второй раз подряд они пикнули оверпас, но вчера они играли, по-моему, два Best of 2 матча подряд, и первый был с Титанами, второй, кажется, с Penta Sports. И там абсолютно разные пики были. Там 4 абсолютно разных карты. И HellRaisers на самом деле было комфортно на всех картах. Фармган у Доси в руках, кстати, и 13-5 счет. Simple сразу же идет отстреливать. Тактика Ангела. Ух, как не попало. Чуть-чуть не хватило Simple, чтобы сделать минус по Доси. Видит смок от Адрана. Адран играет аккуратно, обратите на это внимание. Не лезет вообще никак. И Ангел чекает лестницу, укрепление апплента. Никто не чекает длину. И вот только сейчас Блейд так аккуратно прочекал. Посадил снайпера, собственно, чтобы снайпер мог занять позицию Бонник минус Адран. Должны разменивать его быстро. И под флешечку, обратите внимание, Flipside накидывают флешку тиммейта, чтобы он ушел на плент. Это очень теплая игра, и это стоит делать всем командам. Бондик все еще живой. Кидывают хаешку на симпла HellRaisers, и хаешка в ответ от Бондика. Симпл делает минус по Доси, заходят на плент постепенно игроки HellRaisers. Мол, минус Бондик разменял еще. Вот только сейчас разменял Блейд, мол, еще один минус сделал по симплу, и 2 в 3 ситуация, Маркелов 40 хп, в пункте стоит, бомбу надо ставить срочно HellRaisers. Почему не могут подобрать бомбу? Нет, все в порядке, я уже думал застряло. Ангел не мог найти бомбу, Блейд минус, и Блейд 2 минуса подряд, ну как так? HellRaisers на пустом месте проиграли перестрелку одному и тому же игроку, могли просто синхронно открыться и сделать 2 минуса. Вернее, 1 минус, а Блейд вместо этого просто вышел и отстрелил обоих по очереди. Не понимаю, честно, почему не поставили бомбу. Надо было в самом начале, вот когда там Моу еще в планте жил, можно было уже тогда вместе с ним зайти, поставить бомбу, и все было бы хорошо. World Edit чекает проход в трубу, и Моу мог сейчас дать минус, но World Edit сыграл достаточно сейвово. Ангел в зиге, Ангел погибает. И Ашер уже успели подарить халявный фраг. 4-5 остались, и АВП у Симпл в руках. Симпл, как всегда, чекает длину. И Моу, где играет Моу? Ну, Моу тоже по длине. Снайпер обычно выясняет отношения именно здесь. Подсаживает Моу Адран. Симпл мог сделать фраг на подсадке. Было близко, но нет. Нет, Симпл делает минус по кучеру, 3 в 5 уже ситуация, Адрам врывается под флешку, слепым стоит игрок напротив него, Бондик заходит смок обратно, и Адрам просто не может найти игрока защиты, Бондик уходит обратно, просто вот эта флешка, она в никуда. Бондик, по сути, где стоял, там и стоит, но потом зачем-то запушил, минус по Бондику делает Адрам, Симпл разменял, и 4 в 2 ситуация, минус по Симплу
Ой, по Блейду Симпл все еще жив. Как ему дают жить вообще? Снайпера можно задавить. Просто два девайса открывшись. Симпл минус Моу и Симпл. Неужели сделает еще один квадрокилл? Симпл. 4 минуса в этом раунде. 13-7 становится счет. Не понимаю, как давали жить Симпл. Симпл все время играл вот на этой позиции. Он так мунцовал очень хорошо. И его как-то не могли задавить. Он просто упрыгал спокойно, совершенно перезарядился. Вышел, еще один фраг дал. Первое, что надо делать при заходе на плент, это, собственно, убивать агрессивных игроков, по сути. Теперь у HellRaisers нет денег из-за того, что не ставили бомбу. Придется сливать, все, уже горит ангел. Решили пробежать. Маркелов минус, размен от кучера, Доси минус, Блейд. Убивает с девятки. Ну, тут какой-то просто карнавал. 2 в 2 ситуация, Симпл живет. Симпл 40 хп, сейчас может Моу добить, но кончаются патроны, Бондик уже приходит на хелпу, Бондик делает последний фраг и 13-8 становится счет. Обратите внимание, что у HellRaisers опять вот хорошие минуса, хорошо зашли, все в порядке. Осталось только кинуть смог и поставить бомбу, но этого опять HellRaisers не делают, поэтому смотрите внимание, вот закуп у них без половины гранат, собственно. Половины гранат просто нету, а это... очень бы им помогло. Так, а почему Блейд остался без девайса? Ясно, Блейд просто ушел пить чай. Почему бы и нет? Ангел минус World Edit разменял Simple. 4 в 4. Вот не знаю, у Блейда может быть какие-то проблемы. Паузу не ставили пока что. Прошли мимо игрока в туалетах. И Бондик делает минус по Адрону, разменял. Не разменял, как так, Моу, 2 минуса от HellRaisers, 2 в 2 ситуация. Да, не понимаю я, честно, как не разменивают игроки друг друга. Вот убили, вроде как, игрока на длине, надо двум людям, которые ушли вот сюда, просто выйти, разменять и, собственно, продолжать раунд. Но как-то дают играть HellRaisers своим оппонентам, как, впрочем, и наоборот. Вылетает в итоге Блейд и остается 2 в 2. Команда. Горит Симпл. Сделал минус. Прострел. Минусует Моу. И Моу еще один фраг. 14-8. Но при этом затащили раунд 4 в 5. По сути, HellRaisers. Так что, не знаю. Переигровки не будет, скорее всего, этого раунда. Потому что они поставили в самом начале паузу команда Flipside. Так, инфу в скайпе я читаю, но там ничего нету, по сути. Так, поэтому почитаю, пожалуй, чатик Твича. Пока у нас тут пауза, давайте вам еще статистику покажу. Не знаю, вот вернет скорбот, ебот, вернее, статистику Блейду или нет. Но покажу статистику оставшихся 4 игроков Flipside. 26-1-16 у Симпла и 6-3-17 у Маркела. Вот такой вот дисбаланс невероятный. Если у HellRaisers, ну, обычный абсолютно диван, ну, 13-4-9, да, это достаточно плохо, там, минус 6 получается по статье, но при этом, ну, знаете, бывает. Не всегда вся команда в плюсах сидит, поэтому... Но это не так страшно, как вот это, я считаю. Тут уже минус 11, и это большие проблемы в Flipside. Так, а теперь давайте чатик. Как дела? Дела нормально. Дела нормально. Хороший КС, интересный матч, но... очень долго мы этого ждали. Дудос пишет в скайпе комментаторы... И вот не знаю, правда это, что его додосит, или это кто-то пошутил в очередной раз. Кило Дося с Уфы или откуда? Да, Дося с Уфы. Вместе с Фоксом, со своим братом, они начали в CS играть, еще в CS 1.6 играли, потом в CS GO пошли в команду Virtus.pro, после этого ушли из состава, перешли в Astana Dragons. Вот не помню, Фокс тогда еще играл за Astana Dragons, кажется, какое-то время, а потом уже
ушел, там сменили состав, потом перешли в Hellraisers, ну как-то так. Так что Дося, да, Дося с Уфы. Дося с Уфы, Килла, когда будешь стримить завтра, постримлю матчмейкинг. Килла, кинь ссылку на группу, да без проблем. Без проблем, вот он, ссылочки на группу. Прям наспамил, полчата заспамил. Где прицел взять такой? В группе, абсолютно все в группе. Устал повторять уже. Какой счет? 0-0. 0-0 счет. Hi from Latvia. Hello there. Килла, какой, по-твоему, лучший СНГ игрок на данный момент? На самом деле, вот с лучшим игроком... Так, а у нас флипсайт уже втроем остались. Ясненько. Окей. Все еще нет инфы в скайпе. Так вот, насчет игрока. Знаете, вот игроков обсуждать достаточно глупо, потому что мы не знаем, как они взаимодействуют в команде, мы не знаем, какая у кого роль, насколько кто реально полезен. А вот так вот тупо на статистику смотреть, это достаточно глупо. Вот давайте пример такой быстренький приведу. NIP. Заметьте, что раньше Фифларом всегда не тащил, он всегда был на дне таблицы почти, что в каждом матче его все троллили, что типа вот он не попадает, он постоянно сейвит снайперскую винтовку и так далее. Что-то только там не было про Фифларена. Ну окей, Фифларен решил уйти, потому что ему уже это порядком надоело. Он переехал в Америку жить вместе со своей девушкой и работает в компании Twitch TV. А вот теперь взяли Финна, до этого брали еще Деупана, потом был Майкелеле. И чего добились НИПы с ними? Они выступали хуже, чем с Фифлареном. Так что не стоит вот так вот просто обсуждать игроков. Скинь свой Steam. В группе есть ссылка на Steam. Какое у тебя звание? Второй Беркут. Килла, как думаешь, какова причина такого досадного вылета ТСМ? Плохой формат турнира, потому что ESL и ESEA решили делать систему проведения Best of One в групповом этапе, и поэтому... ну окей, в первом матче, да, ТСМ недооценили своих оппонентов, как, впрочем, и половина европейских команд. Envy, Fnatic, они все недооценили американцев. Соответственно... Envy проиграли первый матч, потом TSM проиграли первый матч. Ну да, это окей, это ошибка была. А вот дальше уже сыграла система проведения свою роль. Если бы был Best of 3, тогда сразу же опомнились бы TSM, сразу же опомнились бы Envy и просто дали ответку. А вот теперь смотрите, что произошло с Envy. Они проиграли первый матч с Cloud9, Best of 1 играли, а потом на следующий день, вот сегодня буквально, они должны были играть Best of 3. Из-за того, что они знали, что они уже тогда проиграли Best of One, им было как бы по морали сложнее. Они не знали, чего ожидать от американцев. Они уже тогда понимали, что они могут вылететь из турнира, а это обидно. Это обидно. Тебя можно увидеть на каком-нибудь лане, но если в СНГ у нас что-то будет, то, скорее всего, да. Ездил я в позапрошлом... На позапрошлый сезон StarLadder в Киев, а вот на последний уже не поехал. Не знаю, может быть съезжу в Кёльн в августе, но пока что это под большим вопросом. Возвращается один игрок, Бондик вернулся, а вот Блейда все еще нету. Килла читает Твиттер. Да, кстати, можно Твиттер почитать, ты прав. Ты абсолютно прав. Если где-нибудь твой конфиг в Твиттер прилетает, да, есть в моей группе ВКонтакте vk.com/killa_fan. Там в описании группы заходишь, и там можно скачать отдельно мой конфиг, и отдельно есть строчка с моим прицелом. Просто копипастишь консоль и готово, и у тебя мой прицел.
Будешь ли ты комментировать финал ESL EC с Синей? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ну и, собственно, в Твиттере пока что пусто. У тебя норм конфиг с рейтами и прочим. Да, рейты, все это прописано, все под меня настроено и мне нравится. Где ты живешь? В Москве. Как думаешь, HellRaisers нашли свой состав с Моу? На самом деле, если честно, по HellRaisers у меня двойственные мысли, потому что, ну, вроде бы окей, в последнее время они тащат, в последнее время у них все хорошо, вот StarLadder там все было достаточно неплохо с Хучем. Могли вообще на самом деле и затащить StarLadder, но там да, там со стендином там было трудно. Но вот как команда у меня, если честно, такие плохие мысли проскакивают после того, как они ушли из Virtus.pro. Да, там была ситуация плохая достаточно, Virtus.pro тоже сами виноваты, это обсуждать на самом деле не имеет смысла. Но вот тогда, понимаете, что произошло? Тогда HellRaisers, которые были еще в Virtus.pro, они первый раз обыграли NIP на лане. То есть NIP, как только вот появился CSGO, как только начали появляться турниры, NIP шли 87 выигранных карт без единого поражения. Представьте себе, 87 побед подряд. И Virtus.pro их сначала обыграли в онлайне, а потом приехали на StarLadder и обыграли там 3-0 в финале. Это был такой невероятный удар по непам. Так что, да, ну вот тогда Virtus.pro тащили, тогда был реально крутой уровень КС. А потом, ну не знаю, как-то все остановилось. Вот они ушли в Astana Dragons, да. Все другие команды, там, Dignitas, которые вот теперь TSM с измененным составом, французы, они все постоянно что-то придумывали. А у Astana Dragons, ну не знаю, какой-то такой чопорный КС, что ли, был. В итоге вот теперь другой состав HellRaisers. Ну и в общем вот, не знаю, что сказать честно про них. Ну у нас паузу отжали. Пока что Ангел получил 64 хп. Сбили ему, вернее, хаусы. И World ED с Паркеловым играют без девайсов. У Доси фармкан в руках. И этот фармкан на самом деле может подфармить немного денег, но уже нет смысла. 14-8 счет, уже можно взять просто два раунда подряд. 2 минуса от HellRaiser Simple. Перед смертью забрал Адрана. Так, Simple все еще живет. Я вот проглядел этот момент. Simple за пунктом делает минус, ну и на этом все заканчивается. 2 минуса только сделали флипсайд и 15-8. Попытались не отдать 15-й раунд Ашерам, но Ашеры взяли свое. Закуп от HellRaisers и закуп на самом деле достаточно такой скверный на последние деньги. Заметьте, что Дося. А, нет, у нас пролагало. Вот заметьте, что у Valve вот эта штука лагает. Вот здесь появляются цифры по деньгам, и когда кто-то закупается в табе, у него уже обновились деньги, а вот в этом, вот в этой штуке справа нет. Мол, 9 минус по бондику, Блейд уходит с длины сразу же обратно на плент, и Simple поджал туалеты. Блейд на пленте заметил кучера на длине, но вот не знаю, видел ли второго. Теперь увидел двоих, понимает, что это какой-то сплит аплента, вероятнее всего, или какой-то фейк под аплент. Simple минус кучер. 19 хп у Simple, надо жить, надо отойти, Ангел впритык стоит, Ангел думает, что Simple ушел, а Simple впритык стоял, Ангел минус Simple, разменял Блейд, что такое, что происходит, 3 в 3 ситуация, с пистолетами, флипсайд тащит раунд, пока что Адрен минус World Edit и ситуация 2 в 3. Адрен на лестницах выходит на болото, а Маркелов с Блейдом стоят достаточно закрыто на апленте. Перетягивается сразу же HellRaisers на нижний плент, и это понимает в свою очередь флипсайд. Блейд уже стягивается, а Маркео до последнего стоит на верхнем пленте. Адрен уже занял комфортную позицию, Блейд никак этого не ожидает, но возможно прочекать.
Нет, не прочекал. И Маркел делает минус, погибает. 16-8 становится счет. И следующая карта Декоблстоун. Никуда не переключайтесь, скоро мы продолжим.